Угостились блинами и сожгли чучело. Масленицу начали отмечать уже сегодня. Закружились в хороводе воспитанники реабилитационного центра «Ручеек» и учащиеся 17-го лицея. Словно в каруселях закружились 35 воспитанников «Ручейка» с родителями. Сегодня в реабилитационном центре провожали зиму. Дети с ограниченными возможностями здоровья поиграли в игры и угостились блинами. 4-летняя Ульяна Илли в наш город приехала из Новодвинска. В «Ручейке» проходит курс реабилитации. Что тебе понравилось больше всего? Масленица. А блины вкусные были? Да. Вкусные? А как горела масленица? Ты не испугалась? Ты смелая девочка. Работники «Ручейка» устроили настоящее театрализованное представление. Здесь скоморохи, весна и масленица. Такой праздник для особенных детей проводят уже более 5 лет. Сегодня им впервые помогают учащиеся 17-го лицея. Семиклассники пришли в рамках благотворительной программы «Наш класс». Несложно. Просто у некоторых из них, некоторые из них ходить не могут. Или не могут ходить без сопровождения кого-либо. Но, впрочем, они милые ребята, они не как мы, но у нас с ними много общего. Проводы русской зимы и масленица – это истинно русские гуляния, и поэтому мы решили не отставать и прививать детям русскую культуру. У нас дети разные, у нас дети особенные, и чтобы они знали, какие праздники бывают, чтобы они чтили русские традиции. В конце праздника, как и полагается, сожгли чучело масленицы, а лицеисты планируют вернуться в ручеек уже со своей развлекательной программой. До свидания, зимушка, зима! Евгения Карельна, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска.